Всем привет! Сегодня мы приготовим нереально вкусные ребра. Для этого нам понадобится непосредственно 7 ребра и соус. Но соус мы приготовим чуть попозже. Итак, поехали! Укладываем на них ребра. Солим. С одной и с другой стороны. Ребра посолили. Больше ничего не надо, ни приправ, ничего. И заворачиваем фольгу, несколько слоев. И все это дело отправляем в духовку на 2,5 часа при 150 градусах. Для салата нам понадобится лук, помидор и лимон. Нарезали помидор, дальше лучок полукольцами. Нарезаем лимон кусочками. Солька. Перец. И масло. Для соуса нам понадобится чуть аджики, а это остатки у меня, соус барбекю, соевый соус. И острый соус чили. Добавляем по вкусу. Кто любит поострее, то побольше. Кто нет, то чуть-чуть. Выдавливаем лимон. И добавляем сахар. Все тщательно перемешиваем. Прошло 2,5 часа. Достали ребра. Смазываем их соусом. И отправляем запекать. Запекаем 15 минут при 200 градусах для образования румяной корочки. Ну или можно сделать как я и отправить их на гриль для запаха дымка. Еще раз обмазать соусом. После того, как
запеклись ребра, смазываем их оставшимся соусом и приступаем к еде. Ребра получились нереально вкусные, а сочетание с кисленьким салатиком вообще взрыв башки. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!